Всем привет, дорогие друзья! Что ж, с вами я, Ксанас, и, конечно же, сегодня у нас новый выпуск рубрики «Один на один». И сегодня будут сражаться два сильнейших персонажа. Если честно, мне даже самому интересно, кто из них выйдет победителем в этой сегодняшней зарубе. Сегодня у нас, конечно же, Свен, ну и, конечно же, Хаос. У Свена есть все, чтобы законтрить Хаоса, но сможет ли Свен победить нашего жесткого иллюзиониста? Ребятки, видосик сегодняшний получился очень сочный. Досмотрите до конца, обязательно ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. И, конечно же, смотрите кучу других таких подобных видосиков. Поехали! Что ж, друзья, перед началом, конечно же, всей зарубы хотелось бы поблагодарить вот этих вот ребят, которые подписаны по спонсорской подписке. И, конечно же, помогают реализоваться и идти вперед. И также они еще видят контент раньше и знают немного больше. Например, они знали, что выйдет рубрика 1 на 1 в скором времени. Ну, конечно же, сегодня, друзья, она вышла, соответственно, вот так вот. Ребятки, не забывайте про спонсорку, там много всяких интересных плюшек. Я добавил еще прикольные стикеры, конечно же. Ну и кому интересно, можете посмотреть, ознакомиться. Если вам заходит, можете, конечно же, действовать. Ну что ж, в принципе, я думаю, самое время приступить у нас к зарубе. Ребятки, пожелаю всем приятного просмотра и теперь уж точно поехали. Так, ну что, давай начнем тогда так. Раз, два, три. Итак, ну что ж, друзья, начинается у нас, в общем, вся суета. Сегодня мне будет помогать вместо Антоки его брат Мирейки. Лукич. Мирейки Лукич. Ребятки, у нас как-то был уже совместный видосик. Писали мы этот видос. Как он? Как эта рубрика у нас была? А что если? И, короче, Хускар ваншотовый у нас был там. Вот, и, короче, Миля там тоже был. Ну, все, кто олды, помнят этот видосик. В принципе, я его так еще оставлю в описании, можете посмотреть. И там, короче, было много диких рофлов тоже. Ну и сегодня мы будем проверять, как у нас Свен держится против Хаоса, и Хаос как держится против Свена. Миля, что ты скажешь, как думаешь, какой герой сегодня выйдет победителем у нас? Блин, у нас толпа, ты один. Удачи тебе желаю, что могу тебе сказать. Братишка, желаю тебе удачи. Ты приходи один, мы тоже одни будем, да? Да-да-да. Запинаем пацанчика. Ну что тогда, я думаю, нужно будет нам сейчас приступить к первой части, а именно драки у нас на 6000 золота. Ну и, конечно, ребятки, правила, я думаю, вы все помните, что вот так вот заходить у нас нельзя, в рошпит заходить нельзя. И, ну, в принципе, деремся мы на 11 левелах и при определенных раскачках. То есть у Хаос взял у нас первый спел в 4, в единичку второй и крит, конечно же, в 4, ну и ультимейт в двойку. Ну, у меня примерно такая же, я оставил штормболт в единичку и раскачался, ну, как-то так, 4-4 и 2. То есть, ну, я вижу как бы потенциал в этом. Не знаю, может будет хватать, может не будет. Но мне главное сплэш, чтобы его иллюзии слить. А ему главное меня просто за 4 секунды слить. Хотя, мне кажется, у Свена шансов вообще нету, да? Ну, не знаю, если поймаешь. Я вообще думал, ну ладно, потом расскажу, какую тактику чтобы не болеть. Этому бою, да. Ладно, ладно, я понял. Что ж, ребятки, надеюсь, этот видосик получится у нас интересный. Ну, и я думаю, стоит нас, конечно же, приступить к первой стадии. А именно, конечно же, ранние файты. Поехали. Так, ну что, ребятки, готовы мы зарубиться в первой драке. Вот я взял себе такие артефакты, похожие на как в драке 5 на 5. Не знаю, получится ли что-то сделать с Маднесом, с Патехой, с Амлетом. И у Хаоса тут БМ, Сэндж и, конечно же, Патеха и Брасер. Че думаешь, кто выиграет в первой драке? Ну, я же сказал, возьмем количеством. Я понял. Окей, ну что ж, тогда давайте, ребятки, проведем первый файт. Миля, ты готов? I'm ready. Выпускайте рачков, поехало. Ну что, братишечка? Не надо меня убивать, брат. Надо. Не, мне кажется, я тебя потяну, смотри, вообще дамаги не наносишь. О, пошло. Что, демон дэмэдж? Демон дэмэдж, говорит. Подожди, не души. Братишка. 4 секунды, но я тут не живу. Демон дэмэдж, говорит. Только злой вени на лбу лопнули все. БМ не нажал, да. Слушай, ну БМ жесткая контра с Вена. Не знаю, сейчас попробуем что-то придумать. Ну быстро. У меня такие тоже плотные. У меня сколько? 12 брони. Да я тебя вообще не пробивал. Да, вообще не пробивал. Ладно, давай что-то попробую поменять в Затаре и погнали next-овую драку. Let's go, I'm ready.
Итак, ребятки, будем сейчас проводить второй файтинг. У нас взял я себе брасер дополнительно немного для стат, потому что хп, мне кажется, не хватает. Там еще и БМ, не знаю, как-то надо его откатить. Ну и в целом сейчас попробуем, что будет у нас. Че, ты готов, да? Да. Я что? Поехали, выпускайте рачков. Let's go. КД. У тебя прокнула бонусная иллюзия. Я просто не того взял. Под Madness'ом сейчас тут просто разнесешь. Нет, просто мне мом надо поменять, это не варик. У тебя еще и экстра иллюзия прокнула, вообще шансов зеро. Тут еще такое есть, я и забыл. Да, его экстра иллюзия. Ну, я один фиг был в иллюзию стану. Я попробую сейчас убрать Madness, потому что я просто сейчас под станом умер, и там нажимается БМ, я не могу дамажить. И попробую тоже сделать БМ и что-то, блин, не знаю, попробую. Ну, БМ слишком люто, типа, окей, я тоже попробую БМ. Погнали, следующую драку. Ну что, начинаем мы третью драку, ребятки. Я решил, короче, по старинке БМ и дизарм. Ну и у меня, короче, багнулся здесь даггер, так что не обращайте внимания. Но он не дает никаких статистик, ничего не дает. Поэтому, ну, просто я его не могу выложить. К сожалению, это баг лобби, и потом придется перезаходить. Но я буду перезаходить после того, как мы, короче, отпишем первую часть. Ладно, если что, ты готов, да? Да, братишка. Поехали, выпускай дирочку. Let's go. Блин, что с тобой дело? Опять у тебя экстра иллюзия, да? О, как хорошо. Оп, БМ нажал. Я думаю, это не так страшно. Но нет, страшно. Блин, ну иллюзиям пофиг, как бы. Да я тебе вот так и сделаю. А-а-а, не, шансов нету просто. Вообще нету. Вообще тупо шансов нету. Как мне сливать? Я тебе говорю, два БМа успеваю нажать, и все. Да, у тебя очень много. Ты еще ПТ-шкой подобузил, походу, да? У тебя, ну, за счет... Че? Нет, не обузил ничего. Не обузил. Даже... У тебя за счет БМа очень много маны. То есть ты можешь нажать и ульт. Два болта мне достаточно. Да, и два болта закинуть. Окей, я понял. Сейчас попробуем еще одну страту, но это уже крайняя страта, потому что мне уже нечего будет пробовать. Типа БМ, дизарм, это уже крайняк. Ты сейчас готов, да? Мы начинаем. Так, друзья, три раунда я просто в ноль слил хаоса. Попробуем сейчас слить с помощью молнии иллюзии его и попробуем как-то раздамажить. Не знаю, что получится. Попробуем четвертый раунд и пятый хотя бы забрать, но еще дополнительно немного. Ну, это уже крайний билд, я просто не знаю, что против него, против хаоса, против его иллюзий и БМа делать. Неужто БКБ, армлет и БКБ. Ну, потом попробуем, если что. Ты сейчас готов, да? Ты готов? Да-да-да, я готов. Поехали, выпускайте рачку. Давай. Очень давай сильный. Поговорим. Хорошо. Хорошо. О, все, пошло. Ну... Блин, ну типа БМ, не знаю. У меня уже молот откатился. Я нет, я ничего не могу сделать, понял? БМ очень сильный. У меня уже молот откатился, там вообще без шансов. Ситуация немного плачевная. Сколько, 4 файта я уже тебе восрал, да? Типа, ничего не могу сделать. Ну просто либо в стане стою, либо в БМ бить приходится. Ну попробую БКБ Madness, а что сделать? Ты готов? Last chance, да? Поехали. Давайте, выпускайте рачку. Поехало. Спускайся давай. И сюда. Давай. Ну типа тебе вообще пофиг. Ой, нет. Мне иллюзии хотя бы слить. Ну походу ты отлетел. Ну типа стан просто и все. Шансов ноль. Я не знаю, я не могу ничего сделать. То есть ты либо отойдешь, либо... Вот сейчас просто что, я иллюзии сливал. Мне надо было за тобой бежать, пока меня иллюзии бьют или как? Да, наверное. Но иллюзии тебя не сильно что-то бьют? Или они такие же? Ну, они бьют от родного. То есть у тебя 78-108. Вот так вот они бьют. Окей, смотри. То есть это пятый раунд был, да, по-моему, уже? Подожди. Я его не считал. 4 васрал, это пятый, по-моему. Окей, сейчас разберемся. Если что, сыграем еще один и проведем дополнительный. Я, честно, не знаю. Но сейчас будем просить убирать тебя БМ, потому что я просто не могу драться. Нужно как-то какой-то баланс навести, я не знаю. Давай, давай с тобой драку. What is your will? I have better things to do. Так, ребят, ну, в общем, короче, это дополнительный раунд. 5 раундов я в ноль просто вслил, я пересчитал на записи. И, если честно, я очень сильно огорчен, что я никак не могу вывести просто этого хаоса. Либо стоим в стане, либо бьем в блейдмейл. Вообще непонятная тема. Ну, тут вообще очень кардинально все поменялось. Сейчас, в общем, проведем несколько, так сказать, вот этих заруб дополнительных. И посмотрим все-таки, смогу ли я как-то раннюю стадию камбэкнуть. Ты готов? Да. Выпускайте рачков, поехало. Так, что мне с тобой делать-то? Опа. Так, а я армор даже не включил. Ну, не вывожу никак. Или вывожу?
Уиз, да. Да ладно! У меня из-за чейнмейла, ой, блейдмейла, у меня маны не хватило на стан, прикинь. Жесть. Я вообще... Все-таки вывез. Слушай, знаешь, что я заметил? Мне чуть-чуть стало больше хитпоинтов, то есть и я могу бить, если я могу тебя бить, то я чуть-чуть отхиливаюсь, и я не успеваю, короче, умереть до того, как ты там станы еще заюзаешь. Жесть. У меня уже открешился стан, у меня маны не хватило. У меня тоже едва стан уже был, понимаешь? Но это уже хоть что-то. Хоть в бонусном раунде уже Свен что-то смог сделать. Давай еще один бонусный раунд и пойдем уже в лейт-стадию. Так, ну что, друзья, второй бонусный раунд у нас. Хаос прикупил, короче, себе нулик, чтобы ему хватило еще на станчик, потому что в прошлой драке ему не хватило из-за БМа. Но мне тоже желательно как-то подобуживать. Блин, как же портит вот этот бинт мне пробелом. Ладно, не суть. Ты готов, да, если что? Готов? Да. Выпускайте рачков, поехали. Окей. О, у тебя экстра иллюзия дропнулась. Да. Жесть. Так, но мне нужно отойти. Как-то нет, драться. Не, шансов нету. Шансов нету. Тут мне уже стан, вот. У тебя еще и экстра иллюзия дропнулась, да. Поэтому... Кстати, она и зарешала сейчас. Она тебе дала тот дэмэдж, который мне не хватало. Да, жесть. В общем, короче, я думаю, ну, в ранней стадии просто, ну, нету шансов. Если в драках 5 на 5, то есть если в дефолтной игре, мне кажется, Свен, ну, как-то чуть, может быть, посильнее быть хаоса, если подловит позиционку. Но именно в 1 на 1 в условиях на речке, мне кажется, шансов вообще тут нету. Я перепробовал все, и дизарм, и БМ, и БКБ-ху, да. И Маднес, просто шансов нету. Это слишком слабый закуп для Свена, ему нужно, да, больше. Нужно чуть-чуть побольше. Но в чем прикол? Свен в 5 на 5, он перефармливает быстрее, чем хаос. Хаос очень медленный герой, он медленно разгоняется, и у Свена есть все шансы в 5 на 5 выиграть. Но в 1 на 1, к сожалению, он очень сильно уступает. Что ж, на самом деле, я считаю нужным сейчас перейти уже к дракам 1 на 1 с фулл закупом. Ты готов, если что? Миля. Битва за чекушку, let's go. Окей, погнали. Драки, ребятки, у нас на фулл закупах. Так, ну что, друзья, перезапустили мы, конечно же, каточку и готовы мы драться без ограничений. Вот такие вот у нас артефакты у хаоса. Есть Абиссал, Сатаник, есть Скади, есть Кираса, Рапира и Буриза. Так как у него есть еще крит, они, в принципе, будут стакаться, они могут еще накладываться. Ну, короче, посмотрим, чисто потестим, даст ли это какое-то преимущество. Ну и у меня тоже так скудненько немного Сата, Бури, конечно же, Ассаут, Манкей, Эй и, конечно же, Девайн. Как думаешь, Миля, кто кого в первом файте? Ну, я надеюсь, я тебя застану, бью. Продолжение там. Да, у меня нету Абиссала, я не стал брать его, а у него есть, соответственно, 4-5-6 секунд, я буду в стане, плюс еще 7. Я могу 8 секунд просто в стане простоять, ты понимаешь? Это жестко. Ты 8 секунд не проживешь. Да, я не проживу с такой дамагой. Ну, у тебя криты будут минимум 1500. В общем, сейчас посмотрим первую драку. Ты готов? Да. Выпускай тирочку, поехали. Давай. Так, ну вот этот настоящий, насколько я понял. О, ну я бафнулся, хорошо. Ой, как хорошо. Так, кто настоящий? Ууу, ну надо сатаник жать. Я же сказал стан. Там просто... еще башен. Обычный башен прокнул. О, я просто не вышел со стана. Да. Так, ребятки, вторую драку я решил все-таки провести с БКБ-хой. Не знаю, поможет она мне или нет. Хотя бы я простою в стане от Абиссала, но не от первого спелла у нашего оппонента. Посмотрим, что из этого выйдет. Рапиру я... Думаю, пока юзать не буду, если что, потом выкинем МКБ, потому что у него нет никакого промаха, и МКБ не несет никакой, так сказать, задачи. Ты готов, да? Можно начинать? Да, выпускайте рачков, погнали. Но сейчас надо порвать тебя, я не знаю, из вариков. Где настоящий? Вот он. Настоящий. На тебе. Сатаник. Да. Шансов вообще. Просто ноль, да, вообще. Давай я попробую сейчас выкинуть еще МКБ, попробую взять Абиссал и как-то так поиграем, потому что, ну, это жесть какая-то, просто в ноль соливаю. Я тебя могу без иллюзий убить? Что-то мне кажется так, не? Ну, походу, да, но потому что, смотри, я шел просто сейчас в стан, окей, даже в БКБшке, я тебя вообще и не пробиваю, ничего, ноль урона. Я, в общем, поменял немного билд, решил я взять тоже Абиссал и взял мажор, чтобы, ну, попробовать слить иллюзии, но там этой иллюзии толку особо нет, он мне просто не выводит со стана, я просто стою в стане и все, не могу дамажить. Ты готов, если что, да? Эй. Да-да-да, я готов. Давай, погнали, выпускайте рачков, погнали. Ну, самый главный рачок сегодня здесь я. Ой, какой стан. Да, я тебе вот так вот сделаю. Слушай, ну вот сейчас что-то похоже. Ну, мне кажется, сейчас еще Абиссал на лицо будет, да?
Я попробую. А, ты абиссал купил или он тебе был? Алло? У меня был абиссал. Я не видел его. Я не знал, что тебя абиссал. Я бы дал тебе стан чуть раньше. Слушай, блин, ну нормально, я так нормально. Чуть подкачался, правильный билд подобрал, и, короче, баночки нормальные стали. Окей, ребятки, третий файт Свен все-таки взял, не знаю, что повлияло. Вроде как он не нажал сатаник, и там вылетел башня, то есть на микроошибочке мы как крысы, короче, выиграли. На этой драке, короче, оппонент будет немного поумнее, и попробуем перевернуть. Миля, ты готов, да? Да, я готов. Чего ты, думаешь, победишь сейчас? Да изи, я знаю, что сделать. Учимся на ошибки. Хорошо. Ну что, пускайте рачков. Поехала. Так, а кто это там настоящий? Ты запарил иллюзии выводить? А что иллюзии? Не идут. Абиссал пошел. Так, подожди. Ай, ты кейса такая. Смотри, как живу. Да ладно, у меня тоже стан. 2 секунды тебе выпало. Еще баш вылетел. Криса, ты ясно с тобой все. Подожди, знаешь, почему ты сейчас проиграл? Тебе не повезло со станом твоим. На 2 секунды дважды. Да, да. И у меня уже все откатилось, и я тебе еще дал шторма. Жесть. Так. Не, ну в обычном паблике там всякие ситуации могут быть и две, и всякие. Да, да. Но видишь, тебе сейчас не повезло, и это зарешало. Так, ребятки, готовится у нас 5-я драка. Миля, ты готов? Я очень готов. Ты очень готовый, злой, иллюзии готовый, да? Ой, я не лопается на лобби. Выпускайте рачков, погнали. Поехали. Так, поехали. Опять ты иллюзии вперед ведешь. Нифига себе прокнул. Так, абиссал главное накинуть. Да ладно, подожди, не газуй так сильно. А че ты сатаник не нажал? Я думал, тебя загашу сейчас. Ты сатаник опять. Ну то есть у тебя столько хп уже было? Я до стана всех иллюзий уже слил. Да. Как бомж сыграл. Не, ну ничего-то не так, жму, наверное. Мог бы тебя убить, мне просто успеть тебе стан дать и слить. Но я всех иллюзий слил. Я вообще без иллюзий бился, а без иллюзий я очень слабый. Окей, смотри. Сейчас у нас будет еще 2 дополнительных, и попробуем что-то посмотреть. То есть я начал сейчас выигрывать, я взял молнии, молнии сразу уничтожают иллюзии, и в принципе сплэш чуть-чуть. И ты остаешься one by one, и по-моему чуть-чуть ты не вывозишь. Но да. Сейчас посмотрим, что у нас может еще поменяться немного по билдам, и проведем сейчас дополнительные. Поехали. Не знаю, деремся такими артами. У меня вроде получается с такими артефактами без напряга, в принципе, как-то убивать. Главное правильно все прожать. Миля оставляет у нас такие же артефакты. Ну, в принципе, не знаю, может ты буризу поменяешь? Помогает она вообще тебе или нет? Я не вижу... С какого я крит выдаю? С пассивки или да, с... Да, понятно, но у тебя там криты по 1500. Я не знаю. Ну, оставлю я. Мне главное кнопки нажать. Там ты уже не выбежишь, мне кажется. Окей. Хорошо. Ты готов, да? Да. Выпускайте рачков. Поехало. Let's go. О, экстра иллюзия прокнула. Так, ну я иллюзии сразу сливать. Блин, ты подтягиваешь... Вот это настоящий. Не успел. Блин, я не видел, сколько стан выпал. Не увидел стана, сколько даже. Я вообще не вкурил. Блин, как ты себя руинишь вторым спеллом, если честно, жесть, все в кучу. Еще они так хорошо сейчас прокнули. Не знаю, как нажать. Стан, надо было болт тебе отойти. У тебя должны иллюзии бить, потому что иначе мои станы бесполезны. Хочешь еще один дополнительный проведем? Попробуешь раскликать. Давай попробую. Давайте еще один доп. Так, друзья, еще один у нас дополнительный раунд. Сейчас попробуем сыграть немного по-другому. Хаос попробует вторым спеллом вроде как блинкануться, докинуть абиссал и протаймить эту всю тему. При этом иллюзии он выводить не будет, потому что я их сливаю. И как-то попробуем так разыграть ситуацию. Как думаешь, прокатит? Не знаю, уже сложно загадывать. Что-то все не по плану идет. Да, немножко не по плану. Раннюю стадию вообще в ноль Свен влил, но сейчас чуть-чуть полегче все-таки. С покупкой мажора вообще, в принципе, иллюзии очень хорошо отлетают. В общем, ты готов, да? Да, давай. Выпускай тирачков, поехала. Ну, я вот... вообще. У тебя анимация быстрее почему-то. Так, подожди. Так, ну я хотя бы бахнул себе на армор. Дай кнопку. Ай... Нет, ты почему-то быстрее жмешь. Не знаю. Я тебе жму просто... Смотри, в чем прикол, я понял, что. Короче, не получится эта тема.
То есть блинкануться и закинуть абиссал, потому что я на тебя нажимаю, и получается, ты ко мне портуешься, и Свен сразу же откидывает. Я тебе говорил, ты заранее жмешь свою фигню, и ты, когда меня увидишь, на дистанцию подходишь, молот уже летит. Я к тебе портуюсь, я уже встань. Да, блин, ну я не знаю, как ты сможешь выпутаться с этой ситуации без хикса? Итак, ребятки, еще один дополнительный, и ты готов, да? Да. Выпускай дирочков. Let's go. Поехали. Так, у тебя экстра иллюзия. Да, не вызывается. Ну, окей, я стан даю. Ой, печалька. О, походу сейчас сольешь, да? Да. Шансов вот, нет. Вот это было, это был тот самый, что надо было сделать. Тебе надо было просто дать болт. Нам обменяться станами надо было, и все. Да. Дальше уже. А я даже, по-моему, стан не дал. Нет, ты не дал. Нет, почему? Мы стояли в станах обе, оба. Только мне выпал 3 секунды стан, а тебе... Сколько там? 2 ну, 2 секунды у меня стан. И я успел тебе сразу иллюзии притянуть и абиссал дать. Все. Ну, в общем, смотри, ситуация такая. Ну, если хаос застанет Свена, то он может его просто убить за стан и вместе с иллюзиями. Еще и прокнула у тебя экстра иллюзия, и, соответственно, для тебя это было изи. Но если я сливаю твои иллюзии, то шансов у меня, конечно же, в разы больше. Да, да. Ну, а так иллюзии не поставить. В целом, как думаешь, кто на самом деле сильнее будет именно в один на один здесь? Ну, опять же, можно арты подобрать какие-нибудь. Но да, мне кажется, ну, ЧК очень сильный. Ну, ЧК очень арт. Сильный, но тоже, да, видишь. Но если ты возьмешь хекс, это будет изи. Ну, даже не хекс, вот так же просто иллюзии не подставить, дать тебе стан. Давай тогда еще один доп и решится все, и пойдем уже драку без артефактов. Я попробую так же сделать и посмотрим. Давай. Реально так работает. Тупо подтвердить свои действия, так скажем. Хорошо, давай. Ты готов, да? Да. Выпускайте рачков, поехали. Юзаем ультимейт. Окей. А ты куда? Ты что там мухлюешь? А я не успел. А я абиссал тебе закину. О, да. Да я иллюзии не расконтрил, честно. Я стоял на ХГ долго, не мог понять и не могу нажать. Я нажимаю двойной клик, двойка, они не билдятся. Ты немного потерялся с контролем, да, получается. И круто. Из-за этого я закинул тебе стан и просто не выплатил со стана и уничтожил. Да, я вообще, я даже не, ну ты что видел, я даже не увел и не успел тебе болт кинуть, то, что иллюзия не выйдет. Короче, смысл таков, кто кого раньше застанет, тот и, по сути, побеждает. Да, правильно? Да. Тут даже, наверное, думать не надо было. Тут ты даже... Не даешь, там, подходишь ко мне, тык-тык-тык, абиссал, у меня уже хп нет. Все, да, изи. Что ж, ребятки, самое время сейчас нам зарубиться без артефактов, а потом мы покажем вам новую часть этой рубрики один на один, а именно у нас драки без правил. Ну, чуть позже объясню, что это такое. Поехали, подеремся без артефактов. I must feast on souls. Do you want to hear a joke? Смотрите, ребятки, в общем, сейчас у нас будут драки без артефактов, как вы любите. Равноценные, равнозначные каточки драки. И, конечно же, потом пойдем немного в другую часть и посмотрим. Тут у нас будет сейчас 3 файта без артефактов. Ты готов, да, Миля? Да. Плюсики вкачал, спеллы вкачал, банки тоже накачал. Пушки заряжены. Передаю привет Аркадию. Хорошо. Ты готов, да? Да. Выпускай дирочков. Поехала. Так. Ой, экстра иллюзия дропнулась. Ты куда там? Ты что там? Ты опять ты тут мухлюешь? О. Только не притягивай. Не притягивай, даже не думай. Так, подожди. Ну, без шансов просто, дядя. Блин, почему? Смотри, на моих... Тебе 2000 осталось мне дать. Блин, ты вот иллюзии, если расконтриваешь, это жестко. Да, ты их не разбил, ты их не успел разбивать. Не успевай разбивать. Окей, но это было без артефактов. Первый файт. Еще проведем 2 и посмотрим, что у нас может Свен или нет. Ну что, друзья, следующая у нас, следующая драка без артефактов. Миля, ты готов? Да. Let's go, поехали, выпускай дирочку. Так. Ну опять вот это сейчас ты мансить будешь, да? Спускайся давай, извращенец. Иллюзии дай слить, да? 4 секунды, еще экстра иллюзия, это извращенство. Все, Азиз, я понял, что я делаю. Не, ну типа шансов 0 вообще. Да. Блин, я нажимаю F1, и у меня... Другой хаос такой, настоящий, да, выделяю. Я пытаюсь тебе... Не понимаю, что происходит. Не, я тоже так в прошлых выпусках воевал. Окей, давайте, ребятки, третью драку у нас без артефактов. Посмотрим, что ж сможет Свен у нас тут сделать. По-моему, ничего он не может. Ты готов? Да. Выпускайте рачков, поехала. Так, ну, жму ульт. Ну, я в наглую пойду, ты там на ХГ засиживаешься. О, сейчас... О, 2 секунды хотя бы. Опа. Не успел уйти. Ну, ладно, сейчас посмотрим, сейчас будет интересно. Мне надо позиционку подгадывать. Опа, 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 опа. У меня уже болт было, я забыл его дать.
я тебе наказан. Это было справедливо. Ты... за всю бурь. Кстати, да, за всю... Ну, шанс сейчас был. Знаешь, чем прикол? Ты себе притянул всех, я их застанил и начал сливать. И потом я подмансивал, чтобы сплэшем поддушивало. Так, ну что, друзья, четвертая драка у нас без артефактов. Блин, сегодня лютые драки, мне очень нравится, что и находится такой баланс. Там чипалаху дали, тут чипалаху получили. Что ж, это, надеюсь, будет прикольно для просмотра. Так, ну ты готов, да? Готов. Выпускайте рачков, поехали. Четвертая драка без артефактов. Так, у тебя нету экстра иллюзий. Давай спускайся, что там встал, извращенец. Так, хорошо, я себя бафнул армором. О, ты притянул, красавчик. А я буду драться просто, стан не буду сливать. Оп. Оп, опадец. Оп, и стан пошел. А сольешь? А сольешь ли, успеешь ли слить? Не знаю. Да. А если б я себя не бафал, я б тебя убил. Ты лоу-хэповый, да? Да. Блин. Я очень лоу-хэповый. 100 хп было. Слушай, ну шансы блин. Есть все-таки у Свена. Да тут как-то мы сманипулировать надо. Ну видишь, у меня тоже, я тебя с иллюзиями не бил ползамеса. Я тебя бился с тобой лицом к лицу, один на один. Да, видишь, как бы, потому что я стан не отдаю, ты это понимаешь. Что, еще разочек зарубимся? Давай. Ты готов прям вот сейчас? Да. Давай, выпускайте рачков, я злой. Иди сюда. Стой. Куда стой? Иди сюда, выпускай рачков. Куда ты там? Иди сюда, давай. Что ты там иллюзиями мансишь, извращенец? Что ты там? Иди сюда, Валера чисто ты. Агох Божие, пойди сюда. Я думал, получится. А ну-ка. Ну, 3 секунды, это ГГ. Так, вот это настоящий же вроде, да? Хорошо. Не, не солью. Не. Ноль. И там крит у тебя ноль вылетел еще. Да. Хотел вас в моменте тебя на иллюзию забанить. В моменте. Ты очень сильно напрягаешь своими иллюзиями. Все-таки иллюзии дают очень большое тоже преимущество. То есть ты бегаешь, да. Мансишь, мне не варик стан выкидывать, пока ты не, так сказать, не откинешь. Ну, да, ладно. Да. Слушай, ну, в целом выводы сделаем чуть-чуть позже. Давай приступим к следующей стадии, а именно драки без правил. Я вам сейчас объясню, что я придумал и как это будет все происходить. Поехали. Let's ride. Your life will sustain. Итак, друзья, сейчас самая интересная часть видео, а именно новая часть видео, которую я придумал и решил ее сюда вставить. Смотрите, в общем, какой смысл. В этой именно стадии, а именно эта стадия без правил называется у нас, и, конечно же, мы будем собираться примерно так, как у нас собирается Свен или собирается у нас Хаос в игре 5 на 5. И будут у нас драки происходить вот где-то вот в этом лесу, то есть неизвестно, где мы встретимся. Я пропишу темную часть вот этого времени, конечно же, и мы будем, так сказать, друг друга находить. То есть как будто игровое условие 5 на 5. Мы просто шли, встретились и начали драться. И кто кого победит. То есть у нас будет такой небольшой вот этот азартик, и мы будем друг друга искать. То есть, ну, так сказать, seek and hide, да? Окей, ищи, типа, и прячься. Да хватит ее там сливать. Она сама. Да не сама она, ЗБ. Окей, ну ты, в принципе, готов, да? Да. Смотрите, ребятки, у него вот такие вот артефакты, и у меня вот такие артефакты. То есть тут можно пользоваться абсолютно всеми фишками 5 на 5. Неважно, там, собрать лотар, купить дайгер, обманывать, там, делать максимально все, чтобы можно было перехитрить. И, конечно же, выиграть. Вот в этом и смысл вот этой у нас части без правил. Ты готов, да? Да. Хорошо. Поехали. Let's go. Так, потемнело. Ага, ты туда пошел. Окей, поехали. Блин. Потемнело? Сейчас тебе в глазах не потемнеет там? Эй, братишка, спасибо. Ты смотри, только главное, не пались на этих, на кристалках, потому что на кристалках это будут чекпоинты. Иди по улицам и оглядывайся. Да, вот именно. Так, ты где там? Я иду в спине твоей. Мне кажется, мы размены... Опа, статус. Нету статуса, Азиас. Кирасы, я видел статус кирасы дополнительно. Мы с тобой кругами ходим. Слушай, у меня пукан подгорает, это очень интересно. So very, не надо говорить. Сейчас тебе покажу. Чьюз болт булитит. Сейчас булит будет. Так, ну тут ты точно не проходил. Нет, Азиас. Я знаю, где ты еще точно не ходил. Почему-то, кстати. Видимо, боишься. Я честно не знаю, где ты даже можешь быть.
Вообще нереальная жизнь, тут маньяк где-то сидит. Типа реально, у меня очень пукан подгорает. Ребят, напишите свое мнение по поводу этой темы, зайдет ли вам такая тема, будем ли мы вводить такую тему в каждую драку один на один. Если честно, очень жестко пукан подгорает, не знаю, как я пока его не нашел. Ну, я думаю, если мы сейчас друг... Че говоришь? Очень страшно, да? Типа да, ну, если честно, пукан подгорает этой ситуации. Блин, что такое? Где ты вообще? Я уже сделал. Я вижу твои статусы иногда, Кираса, но я не могу тебя найти. У меня такое ощущение, ты стоишь на месте. Опа. Я стан закайтил. В смысле, как? Не знаю, походу ультой своей. О, вот это настоящий. Не, подожди, не газуй. Не газуй, да. А ты прикинь, ты мне не дал болт дать. Я хотел только болт дать, и ты... Я ультой закайтил как-то, короче. Вообще, что такое? Жесть. Слушай, но это очень интересно, реально. Я даже не думал, что мне настолько интересно будет вот эту тему делать. И наступает утро. Так, ну что, друзья, второй у нас файт готовится. Миля, ты готов? Да. Сейчас будем по-другому действовать. Выпускайте рачко, погнали. Ночь наступила. Так, ну я иду типа на рожон. Иди сюда, сладенький. Сладенький мой дружочек. Ты тут что, под этоваешься? Это что, иллюзия? Или это настоящий? Так, подожди. Не-не-не, вот это настоящий. Ой, 4 секунды. Подожди, не газуй. Со стана выйти не могу. Конечно, братишка. Я знаешь, почему уходил? Я хотел мантой задоджить, ну немножко не получилось. Не подрасчитал. Слушай, ну я слился как бомж, я даже без ГДС дрался вначале. Ты готов третий раунд проводить? Я уже чешусь весь. Поехали, выпускайте рачко. Погнал. Ну я понял, что ты такой. Ля-ля-лю-ли-ля-ля-ли. Я знаю, что ты будешь сейчас делать. Что я буду делать? Приковать молотом, чтобы я случайно нажал. Не-не, я буду хитрости делать. Давай, хитрожопый мой. Не получилось ничего? А где ты? Себя видел только что. Где я? Я выезжаю. Слышь, выезжаем. Подожди, крысички, где? Опа. Братишка. О, ГГ, 2 секунды. О, еще фантазм. Подожди, вот это настоящий? Настоящий, попал я. Так, мне нужно подмансить. Жесть, как же больно. Спи. О, 3 секунды, подожди, да, я тоже хаос хочу дать. Не, не успел, шторма не дал. Жесть. Блин, я твой дэмэдж прижил. Ты меня бил, и я выжил. Успел дать стан и добил тебя сатанчиком. Жесть, дамаги очень много там от хаоса, и со стана просто не выхожу. Так, ну что, друзья, я немного перепаковался и взял Silver Edge. Попробуем, ну, напасть с лотара, может быть, что-то сольем. Выкинул я сатаник, не знаю, правильно. Ну, мне кажется, сатаник в любом случае неправильно выкидывать. Да, дать мне по шарам с инвиза только. Да, только с инвиза по шарам, но опять-таки нужно его еще найти и поддушить. Блин, тебе даст Silver тоже плотность, да, он что там дает? Ну, он дает скорость атаки и дает, ну, сколько, 400 хп. Немного. Ну, пойдет. Ты готов, да? Чуть не слил, сори. Женщину мою не бей. Женщину не бью. Окей, ты готов, да? Да, поехал. Погнали, выпускай тирачку. Я готов, как всегда. Я готов и красивее. Окей, ну не знаю, где ты там ходишь, интересно мне стало аж. А вот тебе. Только создал манту, и ты тычку даешь. Именно то, что, на то, что я рассчитывал, это сейчас сработало. Вот она, вот он сам смысл доты, что неважно там задуматься, вот у меня сатаник будет, я отхилюсь. Тут влажно, влажно, господи, тут не влажно. Тут главное проворство. Так, ребятки, следующая драка у нас начинается. В общем, я поменял Скади на молнию, и он поменял Сату на Линку. Я не смогу его застанить, но посмотрим, что с этого выйдет. Ты готов? Да. Выпускайте рачков. Ночь наступает, и начинается драка. Я очень быстро, я лечу. Куда ты летишь? Помойку. Что я буду делать? Ты что хотел сказать? В таверну летишь? Я такой. Ты в таверну летишь? Ты что там бегаешь, извращенец? Куда побежал? Ты меня стопаешь или мне? Нет, не, я никого не стопаю. Я сейчас лотар КД, это понял. Все, суета пошла. О, по-моему, тут ГГ. У меня сатаника нет. Он бы тебя не спас все равно. Я тебя не бэкстебнул и, конечно, не застанил. Тут единственное. Хотел. Да, я тебя не бэкстебнул. Ты жесть, как быстро убежал просто.
Я вообще считал, что ты за мной сейчас в инвиз бегаешь. Я сейчас побегаю по мансю, у тебя инвиз закончится, я тебя найду, пока он у тебя КД. Я так и сделал. Но мне понравился этот пайт, давай еще раз проведем его. Давай. Погнали. Так, ребятки, у нас еще один файт сейчас будет. Ну, наверное, это уже крайний файт, потому что очень много файтов. И сейчас постараемся выиграть все-таки его. Но у меня на самом деле все такое, знаете, надо прям застанить и уничтожить. А у него более грозное. У меня даже ни сатаника, ничего нет. В общем, ты готов, да? Да. Выпускай нерочку. Поехала. Поймать, найти и уничтожить. Поймать, надо, начти, да? Начти. Начти и уничтожь, бить. Криминальное чтиво. Криминальный миля. Мой так, дружок. Ты где там, дружок? Моя любовь. Моя любовь, мои сексы. Опа, Криса. У меня все тешится уже. Что там так, у тебя чешется? Работу. Так, а ты где? А ты где? Подожди. Не надо мне зачесывать мои зюби. Зюби, ты где? Эй, как тебе здесь? Уф, по-моему, сейчас не солидно. А я молнию не кинул. 2 секунды, как хорошо повезло. Молнию. Саника нету. А я без Саника. У тебя еще баш прокнул, он был. Да, отлично, да. Баш прокнул с бэкстеба, прям все пушечкой. И я только единственное прокосячил, не нажал себе молнию вовремя, потому что в этот момент я могу очень сильно прогуляться и просто умереть под твоими иллюзиями застаны. Так, ребятки, в общем, хаос у нас оставляет артефакты, также ничего не меняет. Ну, а я себе немного поизвращаться взял еще Battle Fury, и, конечно же, это вместо Буризы. Посмотрим, что у нас поменяется и как это вообще будет. Миля, ты готов? Да, поехали. Выпускай, дирачко, поехала. Ты в курсе, что ты рачок? А тебя видно, когда ты вниз идешь, если что? Я знаю, пошел. Куда ты там пошел? А ты где? Подожди. Подожди, ты где? Ты ж меня видел. Не-не-не, я тебя не видел, ты где? Подожди, ты где? Ты куда пошел? Я пошел гулять. Подожди, куда идешь? Хорошо, а я могу отмансить. Там у тебя кристалка побежала. В смысле? Лимон. Я ничего не нажал. Подожди. Не-не-не, Лотар. Ой, я бисал. Жесть. Выведи кристалку, поставь. Где она? А, ё-моё. Я, короче, это. На М выведи, что ты её на М не поставил? Как она не поставила? Не знаю, почему она сорвалась, или ты её подконтролил. Короче, не суть, я за тобой все это время бежал в инвизе, короче. А как ты откуда знаешь? Когда меня увидел, кинул болт и убегать начал. Да потому что у меня ГДС кончился. Я Лотар ждал. Чё, ГДС не кинул? Да, я под ГДСом бегал. Зачем ты ГДС жмёшь, пока бегаешь? Ты ж меня не найдёшь. Чтобы с бэкстеба тебя посильнее ударить. Ладно, давай еще одну драку, да? Это какая-то нечестная. Неудачно произошло все. Тебе некуда было. КД Лотар, тебе некуда бежать уже. Все. Ты уже не можешь начать замес первым. А я повел по низу иллюзии, а сам пошел поверху, чтобы тебя найти. А, вот оно что. Выпускай, дурачков, погнали. Без лишних слов, готов свою задницу. Без лишних слов, не газай, никогда не газуй на. Иди сюда, давай. Я тебе сейчас... Давай, братишка. Покажу тебе сейчас, где раки зимуют. Делаю на уважение это. Ля, ты вижена воспользовался, да? Ой, братишка, да. Вот так вот делаю я. До свидания. Да вообще жесть. Ты сейчас, получается, виженом кристалки, да, воспользовался? Нет, ты вышел. Ты я понял, в чем прикол. Я вышел, даю тебе бэкстеп, короче, и ты просто с тумана войны закидываешь мне кнопку. И все. Блин, тебе не надо бэкстеп давать. Ты дал бэкстеп, и я успел отойти уже в этот момент. А я тебя не догонял в инвизе. Но тебе надо попытаться с инвиза, я не знаю. Абисал и молот сразу дашь давать. Так, у тебя линка же еще, ё-моё. Да, Абисал, единственный мой вариант, это если с бэкстеба тебе вылетит баш. Да, как тогда было. И да. Все, я уже... Слушай, ну давай попробую еще раз в наглую просто подраться. Может, что-то и получится. Ну и ГГ. Прям хочется все-таки разочек победить еще, чтобы, значит, на хорошей ноте закончить. Как в доту играть, когда, ну, обычные катки. Типа да, пока не победю, типа. В итоге не выиграл. Еще одну драку. Окей, еще одну драку мы сейчас проведем. Я не успеваю вообще нажать мажор. То есть, просто не юзаю его. Ну и основная задача мажора тут в этом билде, чтобы, слить его иллюзию хотя бы чуть-чуть. Но я просто не успеваю, улетаю в стан. Ну да ладно, сейчас попробуем еще раз провести драку и посмотрим. Это уже крайняя драка, ребятки, будем делать выводы. Что, ты готов? Да, братишка, уважение мое. Выпускай дирачку, погнали. Давай. Так, я повис. Ну, классика. Все, развис, поехали. Так, ну что там, почекать тебя немножко.
Почекай, почекай. Почекай, почекай. Это настоящий у тебя тут? Да. Иллюзия? Да. О, щит. Получится ли у меня? Не, мне не, я не солю тебя уже. Ваш улетел, все. Выбил дверь. Пуэрку понизу. Да, ГГ, ну просто обманочками. Ну что ж, ребятки, стоит у нас тут сделать, конечно же, вывод, что все-таки у Свена есть шансы убивать Хаоса, но Хаос, мне кажется, все равно будет более толковым персонажем в 5 на 5. Вы сами видите, что в разных ситуациях мы попробовали Свена, но Свен уступает просто за счет того, что он просто стоит в стане и не может бить. А как правило, тот, кто вносит много урона, если он стоит в стане, то от него толку нету. Это все равно, что Легион, который имеет там 700 урона, но драться он не может из-за того, что у нее нету, образно говоря, БКБхи, правильно? Да, тут либо знаешь что, Свен полезнее в замесах, когда у него есть инициация. Вот Свен просто подходит, дает дэмэдж там, все. То есть смотри, смысл таков, допустим, если такая ситуация, допустим, там происходит драка, и Свен такой подлетает, там Маднес БКБха и раздает просто, да. Да, да. То есть только так получается. Но тут, в принципе, вот в этой ситуации, которую мы сейчас юзаем, это почти, ну, невозможно будет посмотреть такую ситуацию. Ну, это, да, это тоже вариативная тема вся. Но мне кажется, все равно, если Madness, БКБ, типа, такие артефакты будут у меня, мне кажется, я тебя все равно не солью. Что бы я там ни делал, ты очень плотный. Только стан дать, все, больше ничего не надо. Такие слушай, ничего... Если честно, мне очень интересно стало, если я попробую Madness BKB такие артефакты собрать. Ну давай попробуй. Давай. Окей, ребят, вот теперь точно, 100% крайняя драка у нас. Попробую я все-таки, ну, таким артефактом, то есть, ну, это стадия 5 на 5, получается, просто у нас тут вместо сатаника тут Madness, то есть Madness ранние стадии, ну, попробуем как-то такой билд, знаете, более приближенный к 5 на 5, посмотрим, что получится. Ты готов? Да. Выпускай дирачков, поехали. Так, ну, если честно, я знаю, где ты примерно находишься. Давай попробуем. Ага, вот он. Хорошо. Линка. Блин, а что, двойным кликом не работает, что ли? Кто не работает? Подожди, подожди, подожди. Дай со стана выйти. Пошло дело. Я чё? Солю тебя, интересно? Ой. Сатаник? Нифига ты бодрый. У меня нету сатаников. А, тебе хана здесь. Да, линка. А линка-то, блин. Опа. Блин, я мог тычку дать, я специально ушел. Слушай, ну не вытягивает все равно. Жесть, я и терял там. Иди отсюда. Шампиньон. Не, ну ты что-то слишком люто там затарился, нет? Сделал сатаник вместо скади. Ну, такой хаос 5 на 5 не будет, наверное. Линкой с этерилом. Почему? Линка я бы сделал даже. Ну, если тебя за станы убивают, и ты ну, не в успеваешь. Теории, да. Теории, да. Ну, в общем... Который тебе помогает. В общем, все зависит все-таки от позиционки Свена и от позиционки Хаоса. Хаос может очень сильно подставиться и получить столько урона, что просто от него толку не будет. Правильно? Блин, да. Ты знаешь, ты же не будешь там, когда тебя идут нести, ты думаешь, блин, сейчас там, типа, может, линка мне зарешает? Ты же не будешь пересобирать там, да, предметы? Ты бьешься с чем есть. Да. Правильно. Ну да, в общем, да. Ребятки, вот такая вот у нас тема. Миля, выведи, пожалуйста, героев у нас на речку. И толкнем у нас заключающую речь. Итак, друзья, ну вот и подошел у нас к концу этот выпуск. Надеюсь, вам эти драки все понравились. И понравилась новая часть вот этого видоса, приближенные драки более 5 на 5 вот этим всяким стадиям. Напишите свое мнение обязательно по поводу этого выпуска. Досмотрели, надеюсь, вы его до конца. И что-то, конечно же, для себя новенькое узнали, придумали. Ну, поставьте обязательно лайк. Напишите комментарий, какая часть из видео вам больше понравилась. И в целом, все-таки, кто сильнее, на ваш взгляд, Свен или Хаос? Ну, как сегодня вы увидели, что все зависит, по сути, от позиционки, шансов. И, ну, от прямых рук тоже многое будет зависеть. Ну, Миля, что думаешь, как вообще, как произошло все? А тут тоже, видишь, ты поменяешь предметы, я в какой-то момент могу не нажать что-то, потому что, ну, не знаю, путаешься иногда. И... Да, то есть, ну, может быть, какой-то микромомент. Маленький тупничок, вот этот маленький тупничок решает, да. Кто первый стан даст, кто там манта вот эта твоя, там моя, там БКБ твое. Вот, да, именно это может, конечно же, зарешать в драках вот этих 5 на 5. И в целом, я надеюсь, видосик вам понравился, ребятки. Очень интересно вроде вышло. Почему БКБ не нажалось? Я не понял. Я не понял. Почему БКБ не нажались у меня?
Ой, этого что ли поймал? Да. Ну, в общем, ребятки, свое мнение, так сказать, оставляйте в комментариях. Репостите этот видосик, просто чтобы другие ребятки заценили. Ну и, в принципе, все. С вами был Сеназ. И, конечно же, Миля. Миля, спасибо тебе за то, что ты помог. От души тебе. Надеюсь, ребяткам понравится то, как мы сегодня замутили. Да, на уважении. На уважении, братцы. Давайте всем, ребятки, хорошего настроя и до скорого. Удачи. Нормально, пойдет. Криса, я думал, ты не будешь бить. Слышу, Глотар, по факту были все так.